Наставник Ярославского «Шинника» извинился за игру с Кубанью. В матче 1-16 Кубка России команда Александра Побегалова проиграла Краснодарскому клубу 1-2. Матч транслировался на канале ГТ-регион. Гости вели по ходу всей встречи. Лишь в финале один мяч ярославцам удалось таки отыграть. Отмечу, что Кубань в этом сезоне борется за право остаться в элитном дивизионе, а потому в Ярославль отправила дублирующий состав. Между тем, черно-синие начали подготовку к матчу первенства футбольной национальной лиги. В понедельник «Шинник» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем». Во-первых, хотел бы извиниться прежде всего от себя и от ребят за результат. Потому что не то, что мы по статусу по отношению к этим молодым ребятам должны были проходить, но мы ставили такую задачу. Конечно, не хватило сегодня свежести, это бросалось в глаза. Не хватило совокупности мастерства, чтобы взломать грамотную, насыщенную оборону соперника. Ясно, что наши ребята не привыкли к играм такого накала, с соперниками такого уровня. Надо нам было правильно выстроить линию игры. И, в общем-то, у нас, наверное, это получилось.